Казахстан – это мировой лидер по запасам и добыче урана. В недрах Казахстана сосредоточено более 14% от всех разведанных мировых запасов урана. По сути, Казахстан может сам обеспечивать себе ядерным топливом. И было бы странно не использовать это для развития страны. Развитие атомной энергетики создает новые рабочие места как в процессе строительства, так и при эксплуатации станции. Это приведет к росту занятости населения и повышению уровня жизни. Кроме того, строительство атомной электростанции стимулирует развитие сопутствующих отраслей экономики, таких как машиностроение, строительство, транспорт, логистика и туризм. Это, в свою очередь, увеличит налоговые поступления бюджета разных уровней и создаст дополнительные возможности для бизнеса. Я считаю, что стабильная и надежная энергетика является гарантом устойчивого развития всей экономики страны в условиях глобальной борьбы с изменением климата и стремлением снизить зависимость от угля и дефицита электроэнергии. Атомная станция весьма актуальна.